Девчоночки, всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. Сегодня я хочу показать вам свой второй заказ по 13 каталогу компании Faberlic. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Как всегда, девчонки, пришли мне еще карточки. Буду пользоваться этими карточками сама и раздам своим клиентам. Я эти карточки еще пока не активировала. Активирую и надеюсь, что все-таки выиграю я максимальную скидку и на различные товары. У меня в моем втором заказе делали заказ девчонки. Для себя заказала я не очень много. Давайте вам покажу первое, что заказали у меня клиенты. Девчонки заказали у меня целую кучу колгот. Это все колготки 40 ден и 20 ден различных цветов. Здесь цвет черный, затем цвет дымчатый, вот так вот он выглядит, и цвет кофе. Я вам уже показывала в своих обзорах как-то. Очень хорошие колготки, хорошего качества. Практически ни у кого я не слышала, наверное, негативных отзывов по поводу данных колгот. Так что качество хорошее, колготки хорошо носятся, на ножках выглядят великолепно. Советую тоже, кто не пробовал, попробовать приобрести для себя колготки. Далее, девчонки, сейчас в каталоге хорошая цена очень на гель после депиляции с блокатором роста волос. Я такой продукт еще не пробовала. Взяла для себя тоже одну упаковочку на пробу и заказали у меня 5 упаковочек клиенты. Но я вам все их показывать не буду и немножечко расскажу, что же это у нас за гель. Объем этого геля 75 мл, артикул 1602, и написано, что успокаивает, снимает раздражение, охлаждает кожу после депиляции. Постепенно делает волоски более светлыми и тонкими и замедляет их рост, увлажняет их, смягчает кожу. Способ применения. Нанесите гель на кожу сразу после процедуры удаления волос, восковой депиляции, бритья и так далее. Затем используйте гель ежедневно или через день на тех же участках тела до появления новых волос. Подходит для любого участка тела, область бикини, подмышки и ноги. И вот такой вот состав у этого продукта. Сейчас, если камера сфокусируется, то я попробую показать вам его состав. Далее, следующие девчонки, что заказали у меня. Заказала девушка вот такой крем для век. Это крем из серии Prolixir. Его артикул 0733 и объем 15 мл. И что же у нас делает этот крем? Как указывает нам производитель, что это активная профилактика увядания кожи и борьба с первыми морщинками. Крем защищает, смягчает и увлажняет хрупкую кожу век, сокращает мимические морщинки и темные круги под глазами, придавая взгляду сияние. Легкая воздушная текстура не утяжеляет кожу век, комфортно в нанесении. Применяется утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз. Применяется курсом. Курс применения не меньше 2 месяцев. У меня такой продукт был. Мне он очень понравился. Аллергическая реакция он у меня не вызвал. Нормально кожа век переносила мне этот крем. Так что я осталась тоже довольна этим продуктом. И хочу сказать, что продукт довольно неплохой. И содержится в составе гиалуроновая кислота. Это мощный увлажнитель, который удерживает влагу в коже, делает кожу более гладкой, разглаживает мелкие морщинки. Также пептидный комплекс Prolixir помогает вывести из кожи токсины, предохраняет белки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами, способствует сокращению накопления поврежденных белков, заметно сокращает количество первых морщинок, повышает увлажненность кожи. И эта серия у нас идет от, для возраста 25+. Ну, девчонки, продукт не мой, распаковывать не буду. И у нас сейчас в каталоге хорошая акция. При заказе любого продукта серии Prolixir реактивная маска патч для лица идет в подарок. Так что моя клиентка заработала для себя, я считаю, очень хороший, неплохой подарок. Артикул маски 0736. Здесь одна штучка. И у нас раньше в серии биокислород тоже были маски. Я думаю, что маски похожи на серию Prolixir. Сама я такую маску не пробовала, но из серии биокислород маска была великолепная. Действительно очень классная. И кожа после нее выглядела свежо, обновленно и очень-очень привлекательно. Поэтому я думаю, что эта маска тоже не менее достойная. Она препятствует появлению морщин, возвращает коже гладкость и сияние, а также заряжает клетки энергией. И на обратной стороне у нас указано, как пользоваться данным продуктом.
Маска повышает эластичность, улучшает текстуру и рельеф кожи, мгновенно устраняет следы усталости и стресса, придает коже гладкость и фарфоровую матовость. Глубоко проникает в структуру кожи, увлажняет и питает ее. И защищает кожу от сухости и обветривания, повышает эластичность и жизненный потенциал кожи. Обладает выраженным, омолаживающим и восстанавливающим эффектами. Придает коже гладкость и матовость, сравнимую с фарфором. Когда использовать эту маску? Перед выходом в свет в качестве экспресс-процедуры для потускневшей, уставшей кожи от стрессов. После долгого рабочего дня в помещении с пересушенным воздухом, перед долгой прогулкой и в качестве регулярной косметической процедуры для предотвращения раннего появления морщин. Маска для однократного применения, для наружного применения. И держать ее на коже, на очищенной коже, нужно 15 минут. Здесь, девчонки, вот так все указано. Девчонки, я здесь читаю подробно, так как в каталоге у нас продукт представлен с этой стороны, где у нас мы не сможем с вами прочесть о том, для чего же предназначен данный продукт. И следующий продукт, который заказала девушка, это тушь. Тушь из серии Secret Story, артикул 5260. Это тушь у нас 3D объем. Я вам ее уже неоднократно показывала в своих обзорах. Я сама пользуюсь такой тушью. Мне она очень нравится. У нее маслянистая текстура. Она не осыпается, она не размазывается под глазами. Делает очень привлекательными, пушистыми, объемными реснички. Поэтому тоже вам с уверенностью ее советую. У моей клиентки эта тушь тоже одна из любимых в каталоге. И также заказала для себя она... Заказывала клиентка вот такое средство на пробу для ежедневной интимной гигиены. Мне этот продукт очень-очень понравился. Даже понравился больше, чем серия Бриз де Амур. Хотя серия Бриз де Амур тоже великолепна, очень неплохая. Но от этого продукта я осталась еще в более полном восторге. Объем 200 мл, артикул 1640. Этот продукт у нас гипоаллергенный. Он содержит молочную кислоту в своем составе и подходит для ежедневной интимной гигиены. Так что, девчонки, советую вам тоже попробовать, кто не пробовал. Несмотря на то, что цена, конечно, кусается, немножко дороговатая, но продукт того стоит. Очень потрясающий, очень мне понравился. Далее, следующий продукт, который заказывала у меня тоже клиентка, это у нас крем тональный. Его артикул 6247, увлажняющий тональный крем с корректирующим эффектом. Обладает легкой текстурой, хорошей маскирующей способностью, не утяжеляет кожу, хорошо увлажняет, питает и делает ее бархатистой. Такой крем у меня был, только немножечко в другом оттенке. Здесь вот такой оттенок, немножечко с розовым подтоном. И мне он очень понравился, действительно очень хороший продукт. Далее, девчонки, следующее, что было в заказе, это уже то, что заказывала для себя я. Заказала я для себя еще две вот таких маски из серии Этна Ботаника. Артикул 2112, объем 50 мл. Я этим продуктом осталась очень довольна. У меня есть предыдущее видео, где я рассказываю о приобретении продуктов по карточкам по 12 каталогу, где я более подробно останавливаюсь на этой маске, на ее составе и на ее применении. Так что я вам еще раз скажу, что это мой must-have на сегодняшний день. Мне он очень-очень понравился, продукт, и действительно помогает ухаживать за пяточками, особенно если у вас кожа на стопах трескается. Далее, следующее, что было в заказе. Девчонки, заказала я, у меня заканчивается вот такой продукт. Это ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Артикул 11038. Объем 500 мл. Этот продукт у нас концентрированный. Хорошо он смягчает белье, облегчает процесс глажения белья и придает белью аромат утренней свежести. Такой вот у него, я бы сказала, цветочно-зеленый аромат. Очень мне нравится, и я пользуюсь постоянно и буду для себя брать неоднократно. Далее, следующее, что было в моем заказе, решила я для себя от компании Сингара заказать гель восстанавливающий с аргинином.
Его объем 100 мл, артикул 20055. Очень хорошие отзывы на данный продукт на iRecommend'е. Очень хорошие отзывы у девчонок на YouTube об этом продукте. Поэтому тоже я решила взять для себя этот продукт на пробу. Что же у нас заявляет производитель? Что этот продукт устраняет последствия ушибов, ссадин, укусов, ускоряет процесс реабилитации, препятствует образованию отеков, улучшает микроциркуляцию, ускоряет процесс регенерации тканей, снимает напряжение и боль в мышцах. Наносить на проблемную зону легкими массирующими движениями по мере необходимости. И вот срок годности 24 месяца. И вот здесь у нас указан состав данного продукта. Я сейчас покажу вам здесь. Вот так открывается. Уже немножечко, девчонки, здесь было зафольгировано. Фольгу я убрала. И я сейчас попробую нанести на ручку и посмотрим, как же он выглядит. Вот так выглядит этот гель такого белого цвета. Он сразу же превращается в водичку, быстро тает на руке. Обладает таким, бы я сказала, немножечко охлаждающим эффектом. И вот такой у него ненавязчивый, легкий, слегка такой, бы сказала, зелено-цветочный аромат у этого продукта. Так что я думаю, что продукт должен быть хороший. Потом вам обязательно расскажу свои впечатления об использовании данного геля. И для себя заказала я еще две помадки. Сейчас в каталоге хорошая цена на помады из серии Skyline. Это сатиновые губные помады. И взяла я для себя два оттенка. Девчонки, несмотря на то, что помада очень плохо ведет себя в футляре, она очень быстро ломается, она очень мягкая, но на губах мне нравится эта помада. Я для себя в прошлом заказе заказывала аметистовую дымку, а в этот раз взяла два оттенка: розовое солнце и трехмерный красный. Давайте покажу вам эти оттенки. Сегодня оттенок розовое солнце у меня на губах. Такой вот приятный розовый оттенок, освежающий, понравился мне. Так, ну давайте, наверное, с нее и начнем тогда, с оттенка розовое солнце. Вот так выглядит эта помадка. Артикул этой помады 4584. Так, ну, отсвечивает. Вот так, я думаю, вам будет видно. Оттенок 4584, это оттенок розовое солнце. Увидела этот оттенок помады в обзоре у Катюшки Путяковой. Катюша, если смотришь, тебе большой привет. И мне очень понравился этот оттенок и решила заказать его для себя. И сейчас покажу вам, как выглядит она на ручке. Вот так выглядит оттенок розовое солнце на руке. Очень красивый такой нежно-розовый оттенок. Я бы сказала, что этот оттенок чем-то схож с оттенком аметистовая дымка. Только аметистовая дымка более такой вот он, я бы сказала, уходит немножечко с таким вот нюдово-коричневым подтоном. А этот вот именно такой вот приятный нежный розовый оттенок имеет. И следующая помада, это помада тоже сатиновая. Артикул 4582, называется трехмерный красный. Вот так выглядит этот оттенок. Такой красивый, насыщенный красный цвет. Очень красивая помада, очень мягкая она на губках. Мне она очень понравилась. И красиво смотрится на губах. Осталась я тоже довольна, девчонки, этим оттенком. Вот такой красивый, ярко-красный оттенок помады. На этом был весь мой обзор. Второй заказ по 13 каталогу. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. Я приглашаю вас, как всегда, для регистрации в свою структуру в компании Faberlic. Регистрация совершенно бесплатная. И ссылочка для регистрации в компанию под моим видео. С вами была Виктория. Пока-пока. До свидания. До новых встреч.